Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda Axela 2018 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 111 лошадиных сил, механическая коробка передач, передний привод, имеется камера заднего вида, спойлер, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 81 тысяча километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, ткань. Имеется стандартная печка с кондиционером, обогрев заднего стекла, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 72, 86, 86, 89. 78, 79, 84, 88, 78, 71, 76. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.